гости любимые, хелло, сколько ж на праздник нам пришло. Каждый подарок подарил, кто к нам билетики купил. Тем, кто купили в первый ряд, я на 2000 больше рад. Здрасте, любимые, привет, будто не виделись 100 лет. Стукнуло шоу 4-й год. Кто-то считает нас, ботекс ждет. Но мы все молоды душой, значит, все будет хорошо. В наш день рождения, в наш день рождения, в наш день рождения. Вам с Урала со всей душой. Нам в дизель-шоу тут хорошо. Чтоб нас ягридных приняли, мы украинску вивчили. Нічья комісячна затяну, щоб пустили нас у страну. Країну толстый, країну, не страну. Чуть опять не спалились. Будем смеяться мы и дерзить, темы запретные шутить. Стали на год, мы уже взросли, значит, шутить можем посмелей. Итоги выборов видели, что же мы с вами наделали. Что мы наделали, что мы наделали, вместе наделали. От белорусов вам всем привет! Мы приглашенные на банкет! Мы вам подарок привезли! Все на их песнях тут выросли! Гали-гали, парадрупера, нам с тобою будет супер! Выпьем за дизеля юбилей! От белорусов путь мой! Эй! Будем сегодня шутить, гулять! День рождения отмечать. Вместе сегодня подарим вам для настроения шуток шквал. Год хорошо мы себя вели, чтобы сегодня пошалить. Всех с днем рождения, всех с днем рождения, нас с днем рождения. Всех с днем рождения, всех с днем рождения, нас с днем рождения. Добрый вечер! Добрый вечер, Украина! Добрый. Ваши аплодисменты, Илья Митько, группа Лепреконцы! А мы перейдем к началу. Друзья, спасибо, что пришли. Вы сегодня пришли не на обычный концерт. Вы пришли на праздничный, можно сказать, именинный концерт. Именно в этот день, 4 года назад, состоялся первый концерт «Дизель-шоу». Да. Да, друзья. 4 года. О, о. О, я смотрю, уже начинают приходить подарки. Так. Егор, а что там? А я не знаю. Может, это результаты выборов из ЦИКа нам прислали? Нам? Чего это нам? Чего это нам? Потому что от этих выборов мы как никто выиграл. Они что, теперь в политику пойдут? Сто пудов. Ну да. Слышь, Егорчик, а может, это они там? Ух ты! Степа, Лысый, вы там? Молчат, наверное, еще в шоке. Слушайте, может быть, это наши из Беларуси что-то прислали? Ты думаешь, ящик картошки? Почему картошки? Наши могли прислать и пустой ящик. Вот эти ваши. Да, наши те наши. Ну, послушайте, ну а вдруг там действительно ничего нет? Вдруг мы откроем ящик, а там пусто? Ну да, это точно так же, как когда ты купальник снимаешь. Саша, дурак! А я думаю, там торт. Торт? Точно. А в нем стриптизерша. Мне ребята такой подарок один раз на день рождения сделали. Он бы получился, если бы кое-кто торт не сожрал заранее. Ну, извини, Серег, ну... Ну, мать,
мальчики, ну какие стриптизерши? У нас все-таки доброе семейное шоу. Кстати, у некоторых стриптизерш тоже есть семьи и дети. Слушайте, а может быть, там что-то незаконное, а? Давайте вызовем полицию, пусть они там сами разбираются. Не-не-не, не надо полицию. Может, нам это незаконное самим надо. Если это из Амстердама посылочка, я бы себе такой коробок забрал. А тебе немного будет, Джека? Ну, готовлюсь к легализации. Нет, ну подождите. Обычно в коробочке что? Либо колечко, либо сережки. Яночка, посмотри на размер коробки. Ты представляешь размер себе этого пальчика и этого ушка? Да не-не-не, ребят, там алкоголь. Саша, ну ты что, посмотри на эту коробку. Там что, алкоголя на 3 года вперед? Викуся, сейчас вон майские начнутся. 2 недели. Как бы нам за второй коробочкой не бежать. Ладно, я сейчас все понюхаю тут и сразу вам скажу, что в этой коробке. Потому что у меня нюх, как у пограничной собаки. Ого. Ну? Нет, ребят, там не алкоголь. А что? Да откуда я знаю? У меня нюх только на алкоголь заточен. Коллеги, тогда есть альтернативная версия. Готовы? Давай, давай. А ну. Только не удивляйтесь, но там артисты из России. Да ладно? Да, серьезно. Слушай, они просто так нам сюда попасть не могут, поэтому в этот раз решили в коробке. Проверяем. Легко стучим. Николай Басков, Филипп Киркоров, выходите. Не-не-не, ребята, слушайте, вариант. Мы же недавно были в Америке и в Канаде. Может, оттуда что-то прислали? А 9 месяцев уже прошло? Нет. Тогда это не мне. Извините, а может там братик? В смысле? Что? Какой еще братик? Ну а что, я всегда так делаю. Я вот старшему сыну на 4-летие подарила братика. Второму сыну братика. Третьему сыну братика. А твоему 4-му сколько? 2. Еще рано. На этот подарок только надо начинать скидываться. Ребята, а теперь внимание, я поняла. Этот подарок не нам. Точно, Яна! У нас день рождения. Мы все на сцене. Подарок на сцене. По-любому не нам. Вот, я же говорю, логично. Ой, слушайте. А может, на самом деле это не нам? Это подарок для всей Украины! Точно! Там асфальт! Ну, где-то же он должен быть, правильно? Ну... Слушайте, ну, реально, ну какой асфальт, какой Киркоров? Ну, о чем вы говорите? Ребята, я предлагаю вообще его... Не открывать. Как не открывать? Что? Ну, хорошо, откроем его через год, на юбилей. А подожди, ну а подарок в день рождения? Ну а подарок в наш день рождения должны получить не мы, а наши зрители. Потому что благодаря нашим зрителям мы празднуем день рождения. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. И мы хотим подарить вам самое дорогое, что у нас есть. Хорошее, смешное, семейное, наше дизель-шоу! Мы здесь веселимся, и всех веселим. Заправим, настроим, зальем, зарядим. Садитесь удобнее перед экраном. Со всей семьей на любимом диване. Нас женщины любят, мужчины и